песочнице у Эльдара есть трактор, и этот трактор нашел камешек. Как ты говоришь на камень? Кама. Кама, Эльдарчик говорит. И он всегда камешки любит маме давать. Понятно. На. Ба. Ты положил сюда? Да, на. Спасибо, хороший камень. А что твой трактор делает? Яма. Яму копает? Еще камень. Еще камень нашел. Сколько уже камней? Нет. Посчитай, сколько камней. Давай вместе. Один. Повторяй. Один. Да. Два. Умница. Два камня нашел трактор. Какого цвета твой трактор? Какого цвета трактор? У него два цвета. Да. Какие цвета? Черный и красный. А на колесах еще и желтый цвет. Три цвета. У тебя трактор-экскаватор? Да. Здорово. Он нагружает песок в ведерко. Желтое ведерко с мишкой. Ты уже почти целое ведро нагрузил. Ты молодец. Полное ведро. Куда же Эльдар отнесет это ведро? Эльдарчику 2 годика и 4 месяца. Каждый день ходим на улицу. Эльдар высыпал такую ямку, горку сделал, да, из песка. Тут. Тут сделал горку из песка. Я. Умница. А теперь Эльдар насыпает песок лопатой. Оп, кексик. Получится. Оп, кексик. Ням-ням-ням-ням-ням. Здорово. Работай, трактор. Выкопай большую яму. Хорошо? Да. Молодец.